Храм Святой Екатерины абсолютно нужен Екатеринбургу. Это тот храм, который имеет историю вместе с основанием города Екатеринбурга. Когда несведущие люди говорят о том, что храмов много и зачем нам еще один, они просто недопонимают. Нужно проводить беседы, нужно проводить разъяснительную работу, нужно быть более образованными и осведомленными. Если люди прочитают, они поймут, что храм Святой Екатерины жизненно необходим, и он даст тот импульс духовный нашему городу, которого сегодня так не хватает, и который позволит нашему городу отмолить те грехи, которые на нем лежат за убийство царской семьи.